Ряса. Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете ли вы, что такое ряса? Ряса – это повседневная, верхняя одежда монашествующих и священства. Длинная до пят, с наглухо застегнутым воротом одеяние, с длинными широкими рукавами черного цвета. Свободный прямой покрой рясы и преимущественно черный цвет символизирует внутренний покой, бесстрастие и отрешение от мирской суеты. Ведь слово «ряса» с греческого переводится как «поношенная одежда». Именно такую, почти нищенскую одежду, полагалось носить в древней церкви монашествующим. Свободная длинная одежда с широкими рукавами была распространена во время жизни Спасителя, который сам носил такую одежду. Поэтому подрясники ряса считаются одеянием Иисуса Христа. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек – знанием. Да хранит вас Бог!